Запомню вас уже одним тем, что вас было так много, что увидеть вас всех вместе мы смогли только на последнем звонке. Я думаю, что второй раз это будет на выдаче аттестатов. Надеюсь все-таки, что аттестаты мы выдадим всем. Желаю вам в дальнейшей вашей жизни, чтобы вы уже поменьше наступали на грабли, которые все время бьют вам по лбу, и все-таки шли к своей цели дорогой широкой и открытой, а не какими-то тернистыми путями, как вы заканчивали 11 класс. Надеюсь, что все-таки драли мы вас в меру, и это свои плоды, результаты, ну пусть не сегодня, но лет через 5 даст. И надеюсь увидеть ваших детей в стенах нашей школы. Школа, ты дом, милый дом мой родной, родной. Я приду. Забавные моменты, романы, лирика, любовь и комплименты. Скучно не бывает, все это знают. Школа воспитала нас и выпускает, пролетает время, мы становимся умнее. Книги, поэзия, развиваемся быстрее. Красочные стены, кабинет с доской. Школа, это дом мой. Родители воспитали, дали советы, знания давали в школе. Учителям спасибо за их терпение, за силу воли. Любовь порой приходит в школе, ревность, измены, выяснение отношений на перемены. Чего только не происходило в школьных стенах. Я помню свой класс, свой первый урок. Пришел выпускной, прозвенел последний звонок. С улыбкой вспоминаю, знаю, что никогда не повторится это с нами. Счастливое время, к будущему стремление. Время уходит, как расцветает солнце на восходе. Не услышу учительской указки треск. Не увижу в классе больше занятых мест. Занятых мест. Все, что случалось в школе, с улыбкой вспоминаю, знаю, что никогда не повторится это с нами. Школа, прости за детские ошибки, благодарю за знания, за искренние улыбки. Предпринимал попытки, доказывая, что был умнее, я был неправ. Осознал, став взрослее, жизнь не поддается порой правилам. Был молодым, считал, что делаю все правильно. Помню,
Помню класс родной, тот кабинет с доской. Жизнь окрашена черно-белой полосой. Помню, как сидел за партой, парился. Не бывает в жизни так, чтоб дважды ты состарился. Пролистывай выпускного альбома страниц. Школьные дни мне могут только присниться. Закрываю глаза, я четко помню лица. Их голоса, их голоса, их голоса. Дорогие мои ребята, хорошие мои, я очень хотела бы, чтобы вы смогли преодолеть где-то свою лень, исправить свои ошибки, чтобы вы научились работать, чтобы вы научились ценить людей, которые вокруг вас, чтобы вы любили своих родителей, чтобы вы понимали, что они вам хотят только хорошего. Очень надеюсь, что наша школа останется у вас в памяти. И вы будете приходить к нам в гости. My last visit to the theater, or my first? Pam, who will read the text? Алена, go to the blackboard and read the text. Phenomena. Do they speak about comedies? About action films. Yes, about action films. And are they good or bad? From the one hand. Сразу хочу сказать, что жалко, что уходит. Потому что дети очень отзывчивые, открытые, любимые. И за это время, а это 7 лет, долгих и в то же время пробежавших так быстро, 7 лет. Конечно, они нас и сдружили, и сроднили, можно так сказать. Тем более детки еще такие, звездочки. Поэтому счастливого им пути, чтобы все у них было хорошо, чтобы все удалось, чтобы в жизни они нашли свою дорогу, чтобы на пути им встречались только добрые, хорошие люди, которые смогли их понять и простить. Есть какие-то любимые предметы в школе? Общество, английский, физика. А за что именно эти предметы нравятся? Учителя хорошие, добрые, все объясняют хорошо. Угу. А что бы ты хотела пожелать им? Вот они остаются, а ты уходишь. Хороших учеников, добрых, послушных. Вот. Угу. А ты уже решила, кем ты будешь стать в будущем? Да, юристом. Ты решила, куда поступать уже будешь? Да, в МГИ, вот в эту же, которую ходила 2 года. А, да ты что? Ух ты, здорово. А у тебя есть какая-то цель в жизни? Да. Хочу, чтобы сложилось все, чтобы дом был хороший, большой, двухэтажный. Чтобы работа была хорошая, судьей желательно. Вот. Ну и семья. Чтобы все были здоровы, счастливы. Я оставил тебе свое сердце, свою душу. Эй, ученик, остановись, не торопись, послушай. Вот он звенит, твой последний звонок. Никто тебя больше не позовет на урок. Да, подошел мой срок, пора переступить порог. Прости меня, школа, я многого сказать не смог. Как теперь жить? На что теперь надеяться? Куда теперь идти, если некуда деться? Здесь я пережил все. Любовь и ненависть, поражение, победы и полеты ввысь. Расставаться с тобою мне больно до слез. Пойми меня, школа, я привязан к тебе всерьез. Поймите меня, мои учителя, слишком много времени потратили вы зря. Но я вернусь, я обязательно вернусь. Да, я точно вернусь, и мы забудем про грусть. Прости, школа,
пустая сцена. Прости, школа, незаконченная тема. Прости, школа, распахнутая дверь. Пойми, школа, тебя я помню, ты поверь. Прощай, школа, говорю сегодня я. Прощай, школа, но помни меня. Прощай, школа, жалею только об одном, что не могу всегда я быть твоим учеником. Мы уходим из школы, и больно на душе, что не ходили на уроки и не готовили ДЗ. Мы часто спотыкались, и не было сил уже идти, но учителя нас поднимали, помогали в пути. Спасибо за то, что нас по жизни оберегали, где-то наказывали, а где-то оценки завышали, и любили нас такими, какие мы есть. Научили нас жить и ценить свою честь. Мы не забудем об этом и пронесем через всю жизнь вашу философию и главную мысль. Делай добро, и оно обязательно вернется, даже если что-нибудь тебе не удается. На жизненном пути своем не теряй лица, на перекрестке с разумом доверься зову сердца, и пусть твоя душа испепелит тревогу, ведь есть на свете люди, которые помогут. Огромное спасибо нашим педагогам, они воспитывали нас духовно, а это много. Дарили радости, веселье и море смеха, здоровье оставляли свое на это дело. Ведь чтобы зрителям своим концерт представить, колоссальные силы нужно потратить. Поэтому желаем вам здоровья и счастья. Вспоминайте наш выпуск как можно чаще. Прощай, учитель химии, учитель физики, учитель математики, права и политики. Прощай, учитель русского и иностранного, мы вас не забудем, а это главное. Прощай, учитель музыки, учитель пения, учитель географии, истории, черчения, учитель физкультуры и учитель... Прощайте, не ребята, пусть у вас уже за пределами школы, в вашей жизни, все сложится. Удачи. Кем ты хочешь стать? Врачом. Понятно. Самые лучшие моменты в школе? Привет. Ой, я даже не знаю. Да. Первый, мы, наверное, друзья? Самый. Да. Да. Когда в школу первый раз пришли? В 10 классе, да. Я в первом. Я хочу стать прокурором. Хочу, чтобы была такая форма красивая. Ну, правда, мне кажется, я, короче, это будет моя не сбывшаяся мечта. Почему не сбывшаяся? Потому что, ну, не знаю, потому что я сдала, короче, плохо, наверное, все. Не знаю, ну, в общем, да, у меня есть мечта. Хочу прокурором быть. Вообще хочу в милиции работать. Даже не обязательно прокурором, но хочу в милиции работать. Вот моя мечта. А за что ты сделала такой выбор? Не знаю, как-то мне как-то я с детства почему-то это хотела. Ну, это не сейчас пришло, как бы, а прям вот я с самого детства, мне очень нравилось. Я фильмы постоянно смотрю, такие всякие криминальные, там, так интересно это, мне кажется. А за что вам запомнить ваш выпуск? Чем он хорош? Чем он индивидуален? Не знаю, я считаю, что наш класс очень дружный. Я буду очень скучать по своему классу, мне будет не хватать их. Какой у тебя любимый твой предмет? История. История? Почему? За что ты любишь ее? За преподавателей. Вообще мне интересно она. Ну, тогда преподаватели истории, что бы ты могла вообще сказать? То, что я люблю ее и буду постоянно навещать. Понятно. А о школе что бы ты могла сказать? Или учителям все вместе? Чтобы у них все было хорошо. Тоже люблю ее. Юль, не жалко со школы расставаться? Жалко. Были какие-нибудь любимые предметы в школе? Не знаю, может быть, да, может быть, нет. Ну ты сейчас ответить на это не можешь? Я не могу сейчас на это ответить.
хорошо. Артём, у тебя есть какая-то в жизни мечта или цель? Да. Какая? Открыть свое предприятие, может быть. Завести семью. Как, не знаю, в сфере бизнеса больше интересуюсь. А какое направление бизнеса тебя интересует? А я об этом еще не думал. Тебе хочется не просто иметь свой бизнес, да? Да, да, да. Свое открыть, зарабатывать деньги, ездить на хорошей машине, хорошо одеваться, угу. Например. Хорошо. А любимый предмет был в школе какой? Общество, история. Детям моему любимому 11 классу. Я бы пожелала остаться такими же веселыми, оптимистичными, сохранить чуткость, дружеское отношение к окружающим, по-прежнему продолжать поддерживать друг друга и тех людей, которым они близки, так как, например, они поддерживали очень часто меня и помогали мне. Но советую при этом стать немножко более серьезными, сдержанными, рациональными в чем-то, понимать, что иногда нужно жертвовать какими-то своими личными интересами ради своего же личного будущего. Ну и хотела бы пожелать им выбрать правильный жизненный путь, чтобы все у них сложилось хорошо, потому что я их очень-очень сильно люблю. Твой самый любимый предмет? Физкультура. За что ты любишь? Ну, потому что можно прогуливать. Светлане Викторовне ничего не хочешь сказать? Пока что нет. Нет. Понятно. Скажи, пожалуйста, кем ты мечтаешь стать? Я мечтаю стать, не знаю еще. Ну, какая-то цель есть в жизни? Есть, добиться высоких успехов. Ясно. А что бы ты хотел пожелать педагогам твоей школы? Учить детей как можно лучше. Все. Какой-то любимый предмет в школе? Физика. Почему именно этот предмет? За что? Ну, интересно все там явления эти рассматривать. Кем ты мечтаешь стать? Не знаю еще. У тебя еще пока нет определенного выбора? Да. А поступать ты решил уже куда? Ну, да, примерно. Ну, можешь назвать? МГТУ. МГТУ. Технический университет? Да. Специальность какая-то или факультет? Тоже не знаю. Не знаешь еще? Как получится по баллам. Кем ты хочешь стать? Экономистом. Экономистом? Ну, да. А почему ты выбрал эту профессию именно эту? Ну, почему, не могу сказать. А родители способствовали тому, чтобы ты выбрал эту профессию, или ты сам это выбрал? Ну, и я выбирал, и родители вместе, конечно, выбирали. А, понятно. А скажи, пожалуйста, твой любимый предмет какой в школе? Скульптура, конечно. Ну, мы каждый раз играем в футбол, волейбол. Это мои любимые виды спорта. Ясно. А Светлане Викторовне, ты ничего не хотела бы сказать? Спасибо, я ей хочу сказать за все. А какой твой любимый предмет? Любимый? Физкультура. Физкультура? Почему физкультура? Всегда, когда люблю побегать, чем-нибудь в футбол поиграть, что-нибудь так. Угу. А что бы ты хотела сказать Светлане Викторовне? Ну, спасибо за то, что... Два года, которые я здесь учился, все понравилось, все хорошо, здорово.
суперкласс, особенно спортсмены мои. Да вообще все ребятишки хорошие. Особенно, конечно, большое спасибо передаю своим спортсменам, кто участвовал в соревнованиях. Но я не буду перечислять. Тяжело? А? Тяжело? Хочешь стать? Ну, заниматься экстремальным спортом на мотоциклах, на великах, ну и прочее. Понятно. Что бы ты пожелал 74-й школе? Счастья, добра, удачи. Какой у тебя самый любимый урок? Физика. Физика? Да. А что больше всего запомнилось в школе? Учитель русского языка. Лена Васильевна? Да. Большая цель в жизни. Я постараюсь ее добиться, но рассказывать о ней не буду. Хорошо. Скажи, а есть у тебя какой-то любимый предмет? Нет. Нет любимого предмета? Это любимый предмет. Может быть, любимый учитель? Все учителя. Ну, конечно, больше всего Елена Васильевна за ее характер. Светлана Викторовна, Дарья Олеговна. Ну и все. А ты решил уже, куда будешь поступать? Да, думаю, в НИШТ. НИШТ? Ты выбрала уже такой факультет? Да, я хочу в таможню, на таможник. Угу. Скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала учителям и тем, кто остается в школе? Оставаться такими же, какие они есть.
звонок и смолкнет шум уроков. За сердце камнем тянет легкая тревога. До свидания, моя школа. Закрываю эти двери, наверное, навсегда. И я не верю, что пришел этот день. Мгновение расставаний, слезы души душу разрывают на клочки воспоминания. Вон там дрались, а там курили с пацанами. И эти вечные звонки директрисы маме. Широкие штаны, понты перед друзьями. И как сейчас все это стоит перед глазами. Как быстро пролетели года, широко открыты глаза. Первый класс, 1 сентября. Первые победы, радость, боль, взлеты и падения, первая любовь. И как бы ни легли в колоде карты, я запомню навсегда эти школьные парты. Прощай, школа, ухожу сегодня. Дети мои, сейчас важнее всего, конечно, пожелания. И самое первое, самое главное пожелание, это, конечно же, чтобы вы поступили туда, куда запланировали, потому что выбор пути – это на всю жизнь уже. Но кроме вот такого, так сказать, чисто делового пожелания, я бы хотела еще вам сказать следующее. Пусть рядом с вами будут всегда люди, на которых вы могли бы положиться. Может быть, это друзья, может быть, это ваши какие-то коллеги, может быть, это ваши родители, может быть, вы будете приходить в школу, это будут ваши учителя. Неважно. Важно, чтобы рядом с вами был человек, который мог бы вам что-то посоветовать и которому бы вы поверили. Конечно же, очень хочется, чтобы вы были здоровы, потому что здоровый человек всегда успешный человек. Тогда у него хватит сил преодолеть всякие невзгоды, какие бы ни встречались на пути. Очень хочется, чтобы вы были добры к окружающим, чтобы вы умели сострадать, чтобы вы были милосердны. Потому что, как говорят, жизнь бумеранг, все, что доброе сделаете вы, обязательно к вам вернется. Конечно, хочется, чтобы ваша дружба, которая зародилась здесь в школе, не угасла, потому что говорят, что первый друг – самый лучший друг. Очень хочется, чтобы вы умели прощать и забывать плохое. Вот это, мне кажется, самое главное. Потому что человек, который держит в себе зло, это несчастный человек. И рядом с ним несчастливы бывают другие. Ну, а вообще, здоровья вам, счастья вам, улыбок вам, радостного настроения всегда. Я не вас. Да. Кибернетика. Ребята, можно сказать, продвинутые в области информатики, безусловно, математики, физики. А есть ребята, которым точные науки не так интересны, но зато более интересны гуманитарные. Ну и, соответственно, начинаешь думать, как все же ребят заинтересовать и дать определенный объем знаний. Ребята, которые увлекаются программированием, безусловно, должны большую часть получить от меня познаний алгоритмического языка. И к таким я отношу, скажем, Морева Виктора, Славу Шелевева, Никитина Сергея, Косовский Денис. Что касается девочек, то можно было бы сказать о Кананко Евгении. К этому числу еще надо отнести Земерова Севу. И вот эти ребята подготовили очень интересные программные продукты и защитили прекрасные свои работы на
районном конкурсе проектов. Немножко не удалось в первом варианте по защите у Косовского Дениса, но зато он прекрасно себя проявил на районном конкурсе проектов. И, безусловно, меня это порадовало, потому что он получил вместе с Севой Земером первый призовой места. У тебя есть какая-то цель в жизни? Ну, конечно, как без цели в жизни. В чем она выражается? Ну, она выражается, ну, получить образование, как бы заниматься своим любимым делом, ну, то есть работать в той сфере, в которой я хочу. Ты скучать по школе будешь? Да, сильно причем, особенно по одноклассникам. А что бы ты пожелала своим учителям? Учителям? Не знаю, сейчас подумаю. Ну, учителям, наверное, здоровья, там, не знаю, счастья, там, хороших классов. Как бы. Встречай, учи, и снова расставайся, когда уйдем со школьного двора. Есть у тебя какая-то цель в жизни или мечта? Да, конечно, мечта, безусловно, есть. Стать хорошим человеком, жить, не жалея об этом, и просто радоваться своей жизни. А ты решил уже, куда будешь поступать? Да, я уже решил подавать документы в 2 вуза. Я хочу стать психологом. Мне кажется, это достойная профессия. Учителям я бы хотел пожелать, чтобы они... чтобы они не брали близко к сердцу то, что иногда косячит ученики. Прощаться с ней не надо торопиться. Ну как забыть звончей звонка капель и девочку, которой нес... Хочу поступить на туристический факультет. Куда? Нечто. Поступлю и буду учиться. Вот, отучусь и, надеюсь, открою фирму. Скажи, пожалуйста, у тебя есть любимый предмет? Любимый предмет – это география и история. Ух ты, а почему именно эти предметы? Ну, потому что с историей связана, как сказать, древность, то, ну, национальная. Достояние, то, что у меня с Арменией связано, там очень много историй про геноцид, все такое прочее. И как бы меня зацепила история. Угу. Вот этим. А география, ну, как бы изучаешь страны, все такое прочее. Угу. А у тебя есть что сказать учителям, которые остаются в школе, и ученикам, которые... будут учиться здесь? Да, дальше. Конечно. Скажите. Я хочу сказать Светлане Викторовне спасибо большое за то, что она такая добрая, хорошая, вообще таких учителей в жизни не видела. Лене Васильевне, несмотря на то, что она строгая, все-таки она хороший учитель. Ну, а ребятам, они все любимые, и как бы я их не забуду никогда. Ну что пожелаю ребятам? Это чтобы каждый реализовал свои профессиональные намерения. Профессиональные намерения должны соответствовать их увлечениям, их творческим способностям и, безусловно, знаниям. У тебя есть какая-то в жизни мечта? Да. А в чем она выражается? Хорошо
ну, сначала отучиться, потом успешно работать. А ты решил уже, куда будешь поступать? Да, я хочу быть военным. Ты что? А ты определился, куда будешь поступать? Ну, да. Сначала хочу в Академию ФСБ, а потом, как бы, дальше там посмотрю. Ты что бы хотел пожелать учителям? А учителям, чтобы зарплату повысили. Это, ну, здоровье, чтобы было. И много-много радости. А что бы ты пожелала своим учителям, которые остаются в школе? Даже не знаю. Терпение побольше, наверное. Какую ты цель хочешь достичь? Не знаю, хочу хорошо закончить институт, после этого сразу устроиться на работу и подниматься по карьерной лестнице. А ты уже выбрала, куда пойдешь? Да. Куда? Юриспруденция в МГИ. Ух ты. Да. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть какой-то любимый предмет в школе? Физра. Обожаю физкультуру. Всем, кто остается в школе, я желаю только удачи и, наверное, больше жизненных побед, чтобы они хорошо учились и не забывали школу. А учителям хочу пожелать только здоровья и чтобы они жили много-много лет. Нам больше не сидеть за партой узенькой, поэтому чуть-чуть мы обещаем. Остался музыка, как те слова последние, прощальные, как те слова последние, прощальные, как те слова последние, прощальные. Есть ли у тебя в жизни какая-то цель? Какая? Получить высшее образование и найти хорошую работу. Да? А ты уже решила, куда будешь поступать? Да. Куда? Курс. Угу. А факультет определилась? Да, управление персоналом. Судьбой своей самим себе доказывать. Судьбой своей, судьбой своей, самим себе доказывать. Я считаю, что все наши какие-то минусы в жизни, ну что, жизнь полосатая, должны пройти и забыться. И я думаю, что вы ко мне, как классному руководителю, в нашу школу будете приходить довольно часто. Ну, по крайней мере, мы вас будем ждать.